взрыв, ну и все начало падать, сыпаться, окна сыпаться. Но мы сразу в подвал. Пересидели там минут, наверное, 20. И потом постепенно уже начали выходить, смотреть, что тут, да как. Возвращаться к работе, убирать стекла. Всегда востребован. Как говорится, война войной, обед по расписанию. Так всегда было и будет. Типа, чтобы не было, люди хотят всегда кушать. Всегда.